добрый, наши дорогие. Честь. Очень много наших подписчиков и зрителей написали нам в просьбах и комментариях показывать побольше польских домиков и частного сектора. И поэтому сегодня мы пришли вам показать частные дома в частном секторе Люблина. И давайте вместе будем смотреть, брать пример и просто отдыхать. Идем. В Польше очень часто можно встретить частные дома с солнечными батареями. Это экологично и экономно. А еще также в Польше сейчас часто можно встретить машины с украинскими номерами. Вообще страна елок, маленьких, больших, пушистых, красивых, густых. Кто-то уже на зиму подготовил себе дровишки. Ойского котика, очень не хотим его спугнуть, но хотим погладить. У нас очередной персонаж для просмотра. Ты хочешь играться? Так. Солнышко пригрело, лето вернулось. Кц-кц-кц-кц. Кит-кит-кит. Передавай привет всем нашим зрителям. Все, у нас. Кц-кц-кц. Кит-кит-кит. Неизвестное нам растение. У нас уже, наверное, скоро будет рубрика. Подскажите, как называется это растение в комментариях. Для тех, кто устал в поисках контента, типа нас, тут есть специальные камни, можно на них посидеть, подумать, отдохнуть и пойти искать дальше красивые домики.
нам кажется, что мы сегодня реально нашли барбарис. Посмотрите, это же барбарис. Все любят конфетки с его вкусом. А может и не все, только мы. Начинает играть своими красками осень. Все разукрашивает по-своему. Синие розочки. Этот дом в таких красивых шоколадных тонах, как будто плитка вкусного, дорогого шоколада. У хозяев очень хороший вкус. Какие красивые кованые заборы здесь. Очень красиво. И тоже в темно-шоколадной гамме. Идем в поисках красивых домиков, а нашли, как всегда, красивые ягоды или кустики. Думаете, почему нам нравится гулять по частному сектору Люблина? Не только потому, что здесь много красивых домов, но и потому, что здесь много зеленых растений, и кажется, что ты гуляешь в парке. Виктория нашла кошку очередную. Очень любит и кошечек, и собачек. Кошечка необычная. Нам написали в комментариях, что польские коты отзываются не на кс-кс-кс, а на киц-киц-киц. Киц-киц-киц. Ты что, будешь по лобовому стеклу спускаться? Ты нарушаешь правила использования автомобилей. Нельзя так делать. Ой, не... То давай, пообщайтесь. Пойдем, Китя, спацаровать.
не подобно все таки. Та хоче Ренка. Осенью все приобретает совершенно другие оттенки и цвета. Тебе подходит под кепку. Да, я тоже так подумала. Это что, калина? Так? Так. Это калина. Мы нашли калину. Смотрите, что мы нашли. Мы нашли шишки на елке, которые похожи на елочные игрушки. Посмотрите, капельки клея, будто бы льдинки. Как будто елочные игрушки. Мы никогда раньше такого не видели. Никогда такого не видели. Посмотрите, как интересно. Я думаю, они пахнут. Как они пахнут? Класс. Новым годом. Новым годом. И Рождеством. И лесом. И лесом. Чтобы попасть в этот двор, надо пройти через такие зеленые лабиринты. Эй! Эй! День добрый, пинкный пес! Так жаль, что уже наступила осень, и такие прекрасные цветы, как гортензия, уже тоже отцветают. И придется ждать следующего года, чтобы снова увидеть эту красоту. Сегодня в нашем выпуске будет много цветов, потому что скоро настанут холода, и мы все будем за ними очень скучать. Кажется, мы нашли, из чего себе сделать серьги или бусы. Ну, конечно, этого делать не будем, но мысли нас такие посещали. Посмотрите, какая красота. Очень крупные плоды. Как вишня. Как вишня. Так что, Иринка, мне идет? Тебе идет.
Я ж украинка. Так. Мы ходили, искали красивые дома и нашли вот такие интересные пятиэтажки с такими милыми парадными и симпатичными дворами. Спускаемся. Какая красивая корзинка с таким осенним набором: листики, тыквочка, верес. Мне очень нравится. Красивая корзинка. Мы уже прогулялись, показали вам немного частных домов. Мы очень надеемся, что вам понравился наш фильмик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем вас ждать. До свидания. До забачення. Бузяки.